любовью своей и душой, и сердцем болеете. Мы богаты? Пока рядом мать. К ней приходим, когда все постыло. Ей достаточно просто обнять, прошептать: «Я с тобой, мой милый». Ей честней бескорыстной любви и теплее лучистого взгляда. Забывая обиды свои, нас в беде поддержать они рады. Не забудьте, что где-то вас ждут. Приезжайте, почаще звоните. Даже несколько скромных минут, не жалея в душе, подарите. Берегите своих матерей. Успевайте, пока они рядом. Относитесь как можно теплее. Ничего им другого не надо.